Что хочет ангел-хранитель вам передать? Давайте посмотрим. Будет очень интересно. Смотрим на Таро. Ну и сразу у нас идет туз кубков, девчонки. Ну, прекрасно же. А что вы так переживаете? То есть такое впечатление, что либо кто-то из вас очень плотно сидит в каких-то отношениях, где есть три человека, да? Но почему-то тема любви, тема отношений вас сейчас очень-очень сильно волнует. Вы как будто бы за стеклом. Что-то закончилось очень болезненно, очень такое, над чем вы очень долго трудились, а сейчас как-то вот конец такой очень болезненный. Но ангел-хранитель говорит, что вам нужно взять управление своей жизнью в свои руки, своей жизни, да? Что по финансам вы будете себя чувствовать достаточно уверенно, неплохо. И какой-то новый мужчина, король мечов, может войти в вашу жизнь, но вам нужно сделать будет правильный выбор. Правильный выбор, девчонки, потому что ну, события будут разворачиваться очень-очень быстро. Угу. Тут самое главное сейчас избавиться от иллюзии, знаете, быть более таких энергиях, более такой, может быть, яркой, харизматичной, сексуальной, да. Что-то разрушится. Старое разрушится, уйдет. Смотрите, старое уйдет, будет шанс войти в новую реальность, но такое впечатление, что вы то ли не можете войти в эту дверь, считаете, что она вам не по размеру, да, вот как-то интересно, как-то надо ужаться в чем-то или в чем-то себе отказывать, или в чем-то, вот такое впечатление, будто бы вы где-то, ну, что вам не подходит, и путь какой-то очень-очень тяжелый. Но прорыв будет однозначно, прорыв будет, и сил у вас хватит с этим справиться. Но только придется потрудиться очень-очень сильно и пройти какой-то, девчонки, большой духовный урок именно в теме отношений, да, ну и начать новый путь. То есть тут, смотрите, пока у вас состояние, что вы как бы не понимаете, куда вы идете, или идете совершенно не туда, и вам говорят, что нужно начинать все с нуля, вот прям обнулиться и начать все заново. Идти с легкостью, не тянуть. Видите, у него нет огромного мешка сзади. То есть он идет налегке. У него есть ключик. То есть он знает, как изменить свою реальность. И все шансы, девчонки, у вас есть. Поэтому прислушайтесь к советам карт. Все, давайте, обнимаю. Пока-пока.